Здорово, Диванный Глобал! В этом видео я расскажу, как поставить неподвижного бота. Это необходимо для изучения прострелов, подсадок и так далее. Готов? Поехали! Начну сразу с консольных команд. Сначала прописывай SV Cheats 1, чтобы можно было юзать абсолютно любые бинды. Далее MP Limit Steam 0. Эта команда отвечает за количество ботов. Двигаемся дальше. MP Auto Team Balance 0 позволит нам отключить вообще любой автобаланс в тимах. Ну теперь самое простое. Bots Add T либо KT добавляет бота в одну либо в другую команду. Команда Bot Stop 1 останавливает ботов. Ну и вишенка на торте, Bind, любая кнопка, Bot Place ставит бота туда, куда тебе угодно. Давай покажу на своем примере. Прописываем все команды, которые я назвал ранее. Ставлю Bind в моем случае, это кнопка J. И как видишь, боты появляются там, где я захочу. Ну что, если видео для тебя было дико полезным, обязательно ставь лайк и напиши годный комментарий. Для меня это очень важно. Ну все, я погнал делать дальше годное видео, а тебе удачи, пока!